решаем проблемы жителей, потому что основное направление в нашей работе – это работа с населением, создание социальной сферы и это самое оказание помощи нуждающимся, многодетным, малоимущим, пенсионерам, одиноко проживающим. Я сама прошла обучение ландшафтному дизайну на базе дачной академии у нас на Березовой роще, и результатом этого явилось сразу три проекта благоустройства территории ТОС. От улицы Римского-Корсакова до Троллейной и по бокам Плохотного и Титова. Это такой длинный прямоугольник, и мы взяли из него посерединке, в конце и в самом начале. Рядом с нами находится прекрасный монумент, поэтому мы не можем не благоустраивать свои территории. Самое главное, что хотелось отметить, что мы все вместе с разными председателями КД благоустраивали сразу всю территорию. И сегодня есть примеры, когда участники СВО, это активисты ТОС, если вернувшиеся с зоны боев, активисты ТОС, а те, кто возглавляют сегодня ТОС, награждается медалью Суворова Родин Илья Олегович, председатель Совета ТОС Влада Дзержинского района. Сегодня Илья Олеговичу мы вручили государственную награду. Это символ того, что он оставит своим наследникам, своим детям, своим внукам на вечную память. Это награда государственная, награда за личное мужество и отвагу в бою, награда Александра, медаль Александра Суворова. Особенность этой награды, что она выдается только сухопутным войскам, именно на суше, то есть при боях на суше, и именно во время боевых действий. Как встречает твой любимый город, управление города, то есть это очень важно для нас. Чувство не передать, так сказать, ну, хорошо, приятно, любимый город, любимая обстановка, родные люди, поэтому только, так сказать, в душе легкость, никакой тревоги.